На сегодня выполнены работы по асфальтированию нескольких участков автомобильных дорог. Протяженность по ремонту составила на сегодняшний день 775 метров. Это Володарского 335 метров и участки автомобильных дорог по улице Энгельса и Ленина в поселке Вычегодский. Всего по данному контракту в этом году запланированы к ремонту 2 километра дорог. Что касается тротуаров, то здесь отремонтированы дорожки по улицам Ленина, Маяковского, Толстого, вдоль здания Почты России. До 1 июня заасфальтируют тротуар по улице Ленина от дома номер 2 до дома номер 4. Пока что там выполнено устройство выравнивающего слоя. На сегодняшний день у нас отремонтировано 1,3 километра тротуаров от общей протяженности 1,6 по контракту по муниципальному. На прошлой неделе по программе формирования комфортной городской среды к работам на дворовых территориях приступил подрядчик Котласский АБЗ. В части дворов, а всего их по плану на этот год 17, проведена подготовка к укладке асфальта. А основные работы начнутся уже на днях. Согласно документам, сроки завершения ремонта дворов до 10 августа. Кстати, с этого года все подобные работы находятся под строгим контролем. Специалисты выезжают на объекты ежедневно. Главная задача строительного контроля – это качество выполняемых работ подрядной организации по ремонту автомобильных дорог, тротуаров и дворовых проездов.